сейчас. Смотрите внимательно. Зеленое здание одноэтажное. Там начинается первый вагон. Группа номер один. Все старшие от Минсоца, МЧС, служб спасения, добровольцев перемещаются туда. Сидели на насиженных местах и выкурили нас вчера. Тяжело говорить об этом. Шестой вагон, двигаемся. Вот. А что там происходит? Обстреливают и центр города, и окраины обстреливают. Вот. Невзирая на нацики и бандерюгаки, которые все границы перешли. Тут Олимпиада идет, они уже нас стреляли. Стреляли и были ранены люди, и дома, дома разрушали все. Вот. Потому что мы на Теленского не надеемся. И у нас бомбили раньше. Ну, была раньше такая петрушка. Я уже не захотел в этом раз. Все, пойдем. Пока, Даша. Держись. Мама, выезжает из детства. Страшно оставаться. Мы даже не думали, не предполагали, что мы.